Enigma. Вот поменяйте Enigma. Enigma вниз туда. К команде есть здесь и Nightmare, здесь есть Brainsap. Голдот должен сливаться. Brainsap по Голдоту. Голдот на лоу хп. Nightmare не дает. Кстати, нас. Ну и все. First Blood. QO дожигает своим Shadow Strike'ом. В итоге у нас Скайра Смага. И Туди тоже может здесь огрести. Прилетает Марш. Как раз под подкоп от Леона. На лоу хп QO. Тавер забрали. Правда, Тауэр задонайла команда Can't See Waves, но, тем не менее, Тауэр упал. У QO есть третий Scream of Pain. Просто прыгай на туре. Прыгает QO, забирает Enigma в составе команды Can't See Waves. 2 в 0 подрались, плюс упал Тауэр. Фэби Фрог видит Туди. Пора подбрасывать у нас Enigma. Enigma падает. Black Hole, где Туди? Mystic Flare у нас пошел под ноги Тини. Тини развалила. QO наорал на Wedding Crash. Wedding Crash дальше за QO. Полетели голуби в QO, Марш на лоу хп, убивают в это время тролль Варлорда. Пока что размен один в один. QO готов кричать. Scream of Pain развалили 3-4-3. Игроки команды MVP потеряли еще и Бейна. Ну и все, квапа отсюда на лоу хп. Туди, Black Hole по Фэби Фрогу. Туда же у нас Mystic Flare от Голдота. Все, два ульта. Минус Тини. Кому угодно. И вообще, и подхил для команды, это очень круто. Нац у нас в слип отправляет Wedding Crash, разбудите кто-то его. Туди на лоу хп. Под Midnight пульцом здесь Фэби Фрог бегает в хекс форме. 3-4-3 отъезжает. Туди тоже у нас сгорает в данном файте. QO на Wedding Crash. Wedding Crash на лоу хп, должны забивать его. Все, Wedding Crash у нас умирает. И Фэби Фрог у нас выбрасывает Наца прямо на Wedding Crash. Минус 3 уже делает команда MVP. Дальше погоня пошла за Голдотом. Голдот на лоу хп, Mystic Flare под ноги QO, QO, да не закрывай же ты его, Фэби Фрог. Ну, випсы могут забрать Роху. Дарксир готов рываться, есть стена, есть стяжка. Ульта пошла у нас от QO, развалили Голдота, пока что один в один. Фэби Фрог через 6 секунд будет у нас на карте, на лоу хп здесь к Фене. Wedding Crash тоже на лоу хп, от Туди пошел Black Hole, QO в нем висит. Но у QO на фулл хп. Нац у нас. Начинает гореть у 3-4-3. Разваливают Туди. Трипл килл от QO. И жива у нас Квапа. Ну и что? Ну и сосет ли он ману с Квапы? Квапе абсолютно классная. Ультра килл для QO. Трипл килл для Чейнса в составе команды Can't See Waves. Для счастья необходимо. 3-4-3. Подкоп по Нацу. Нац отправляется у нас... Отправляет Wedding Crash в сон. Пошел у нас ульт от Бейна в... Wedding Crash, в итоге 3-4-3 отъехал, и Бейн на лоу хп, но живой. Голдот пошел дальше за Наца. Наца выхиливают за счет Меки. Кфени очень удачно здесь подоспел. Стена ставится от Кфени. Mystic Flare под ноги. Ну и развалили еще Голдота. Минус 3 делает команда MVP. Где в это время находится Тинкер? Минус Цивипс. Голдот у нас, кстати, вместе с Туди выходит на Фэби Фрога и на Марша. Ну хотя бы Виспа убейте, Блэк Холла и... Ой-ой-ой-ой-ой. Ни Блэк Холла, ни Мистик Флэйра не хватило, чтобы убить Виспа. Ну о чем можно говорить теперь? Потом ставится стенка. Да, Виспа в итоге потеряли, но это было гораздо позже. Поставили стенку игроки команды MVP. Да, летит уже Блэк Кингбар у нас в Wedding Crash. Без него врываться нет смысла. Топоры забрасывает туда Wedding Crash. Чейнс, ой-ой-ой, Туди пошел. Блэк Холл по двоим. Сразу же Туди у нас умирает. Мистик Флэйр под ноги Дарксиру. Дарксир на лоу хп. Летает у нас в Wedding Crash. Куда ты без... Блэк Кинг, что один Мистик Флэйр, но Фэби Фрог теперь не страшно он. 3600 у него, есть Аегис, как убивать, непонятно. Разоралась Квапа, на лоу хп здесь Скайрос Маг. Скайрос Маг должен отправляться в таверну. Да, убивают Скайрос Маг, убивают 3-4-3. Все, MVP должны сейчас уже заканчивать. Фэби Фрог на лоу хп, правда Марш недалеко. Марш у нас подхиливает неплохо относительно Тинника. Подбрасывают Тинкера, и Тинкер, скорее всего, приехал. За Чейнсом вот и его очередь. Unstoppable для Фэби Фрога. Ну, я думаю, что это ГГ. Пора уже на самом деле писать. Да. 3-4-3 пишет у нас ГГ. Голдот присоединяется. Я абсолютно с ними солидарен, потому как вывести эту катку невозможно. 25 по голде, 30 по экспириенсу. Как ни старайся, тут просто разве что, ну, немножечко потянуть время. Это все, что могли сделать игроки команды Can't See Waves. Время здесь не решает. Ну что, MVP поздравляем. MVP-то у нас выходят дальше и проходят...